с определением суда от 11 августа 2014 года будет проводиться обыск по адресу город Тигрун. Перед началом проведения обыска зачитывается определение суда о том, что 11.08.2014 года суд Кабрата поступила под атестом конституции субъекта начальника управления ЮГ о санкционировании проведения обыска по владению по адресу город Чебурнов, принадлежащему на праве собственности гражданина.